И в завершении выпуска наша традиционная рубрика «Свободный микрофон». В этот раз Мария Антонова узнала у люберчан о планах на это лето. Какое самое любимое время года, спросим мы у кого угодно. И ответ в основном будет лето. За яркое солнце, погоду и отдых российским жителям полюбились эти теплые месяцы. А как планируют провести их люберчане и чем занять себя, узнаем из первых уст. Планы на лето? Самый лучший в отпуск поехать. Никаких пока. Поехать отдыхать. Заняться ремонтом квартиры всей семьей. Пока никаких. Все потому, что какие будут эти средства, такой поедем. На море, наверное, в Испанию желательно. Планирую поехать с друзьями отдыхать в Санкт-Петербург. Съездить куда-нибудь, может быть, к родственникам. Благоустройство семьи, дома, дачи. А за что это время года можно любить? За то, что можно целый день на улице гулять. Ну как за что? Настроение хорошее, прежде всего. За жаркую погоду. За яркие эмоции, за солнечную погоду, за все, за отдых. То, что с теплом, можно ходить раздетым. За теплоту, за то, что я в сарафанах хожу. Да вы что, это же солнышко, это же витамин D. Обожаю лето. Ну что ж, планов много, но главная задача на это лето у люберчан – отдохнуть. И, надеемся, у всех это получится, и лето этого года запомнится надолго. Мария Антонова, Петр Пономаренко, специально для рубрики «Свободный микрофон». Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.